Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, спасибо за приглашение, за возможность выступить. В Санкт-Петербурге всегда очень трепетно выступать. Хотелось бы передать огромный привет от нашего руководителя Владимира Алексеевича Парханова. По техническим причинам он не смог присутствовать сегодня. Всегда, как я уже говорил, очень трудно выступать после таких блестящих ораторов, которые все по полочкам разложили, по сути. Но, с другой стороны, спасибо вам большое, облегчили мне задачу. Может быть, какие-то фундаментальные вопросы освещать уже не надо. Петр Казимирович, отдельное вам спасибо за превью моего доклада. Ну, могу сказать, что нам дали этот доклад, поэтому мы читаем этот доклад. На самом деле, действительно, мы сделали уже больше 100 роботических лобэктомий. В настоящий момент две из них выполнены бронхопластические операции, но моя задача состоит сейчас не в этом. Поэтому перейдем непосредственно к моему докладу. Почему же я выполню ВАДС-бронхопластическую лобэктомию? Очень много почему. Во-первых, почему бронхопластика и почему видеоторакоскопически? Ну, почему бронхопластика? Потому что пневмонэктомия сама по себе – это уже болезнь. Естественно, понятно любому человеку, это не обязательно хирургу или вообще человеку с медицинским образованием, когда вы оставляете часть легкого, когда вы убираете часть легкого или убираете все легкое. И наши пациенты, они на самом деле уже гораздо умнее стали, и они спрашивают, а почему вы мне будете убирать все легкое, если можно сделать вот такую операцию? И начинаешь рассказывать, почему же это можно сделать, а почему этого нельзя делать. Поэтому есть показатели, есть данные о том, что, подтверждающие мои слова, о том, что лобэктомия всегда лучше, чем пневмонэктомия в любой ситуации и по выживаемости. Это показали и наши японские коллеги на достаточно большом исследовании. Показали зависимость объема резекции, в зависимости от объема резекции выживания. Почему видеоторакоскопически? Я постараюсь очень быстро, кратко, потому что действительно наше время уже подходит немножко к концу, но почему видеоторакоскопия? Отличие доступов, или это небольшой разрез однопортовой, двухпортовой, трехпортовой, либо это большой разрез для пациентов, опять же, это очень важно, и в настоящий момент пациенты тоже задают вопрос, а почему вы меня не лазером будете через дырочки оперировать, а почему вы мне сделаете большой разрез, и тоже ты начинаешь объяснять, аргументировать, что можно сделать торакоскопически, что нельзя сделать торакоскопически. И на самом деле все то, что мы делаем для пациентов и ради пациентов, а не ради себя. Поэтому, естественно, все те показатели, которые улучшают именно улучшают видеоторакоскопические методики. Это уже доказано, 2009 год, достоверное улучшение показателей по ранним послеоперационным осложнениям, достоверно меньше осложнений и летальность у пациентов в группе старше 70 лет и достоверно меньше даже в группе со сниженными показателями функции внешнего дыхания. 2012 год, то, о чем говорили наши коллеги в своих предыдущих докладах, NCCN, то, что ВАДС-хирургия – это уже приемлемая хирургия, и она обязана быть. И 2014 год – это большая обобщающая статья «ВАДС-хирургия. Итоги 20-летнего опыта». В этой статье обобщены результаты очень многих специалистов, в частности, это был и опросник практически всех торакальных хирургов, которые занимаются торакоскопической хирургией. И посмотрите на четвертый пункт. Относительно противопоказано, если опухоль прорастает в структуры корня легкого. Это то, к чему мы приближаемся. То есть, по сути, если есть опыт видеоторакоскопической хирургии, лобэктомии, пневмонэктомии, то, по всей видимости, больше 40% торакальных хирургов все-таки попробуют сделать какую-то бронхопластическую операцию торакоскопически. Бронхопластические операции, несмотря на то, что именно торакоскопически, несмотря на то, что есть большой опыт уже мировой накопленный в этой хирургии, все равно остаются достаточно эксклюзивны, и исследования, которые показывают преимущества или недостатки этой хирургии, они основываются на небольшом количестве наблюдений. Конечно, впереди всей планеты это китайские коллеги, которые показывают просто сумасшедшие цифры
сумасшедшие результаты, но, естественно, Шанхайский госпиталь, где больше 10 тысяч торакоскопических операций в год, это только лобэктомии, поэтому, естественно, с ними спорить очень сложно. И если мы решили, почему мы делаем бронхопластику, а не пневмонэктомию, мы делаем ее торакоскопически, то остается вопрос, как же это делать. По сути, мы должны делать все то же самое, что и при открытой хирургии, то есть внутри мы делаем то же самое, но через другой доступ. Формирование анастомозов. Формирование анастомозов, кто-то считает, что идеально это конец в конец, кто-то считает, что это инвагинационный, или, как говорит наш большой друг и коллега из Франции, Жбер Масса, это телескопаж, то есть по типу телескопа, да. И он считает, что это лучше, чем попытка адаптировать края конец в конец. И все-таки клиновидная резекция бронха, она тоже в какой-то степени имеет отношение к бронхопластическим операциям. Безопасный край резекции. Естественно, когда вы делаете эту хирургию, необходимо не на глаз определять край резекции, а определять это при помощи экспресс-биопсии интраоперационной, желательно в ближайшие сроки, то есть 10-15, ну, до 30 минут, по крайней мере, в нашей клинике это такой стандарт. На глазок не надо ориентироваться, это неправильно, потому что R0 – это залог успеха у данных пациентов. Что же касается нашей клиники. В нашей клинике в настоящий момент за последние уже 10 лет больше 1200 ВАЦ лобэктомий. В настоящий момент более 70% лобэктомий выполняется торакоскопически. И с 2014 по 2019 год выполнено 18 ВАЦ бронхопластических лобэктомий. Небольшие результаты, 18 пациентов, вы видите, что пациенты имели и разной степени осложнения, а сопутствующую патологию, и пациенты с сахарным диабетом, и с хоблом, и с хронической сердечной недостаточностью. Конечно, для таких пациентов желательно максимально сохранять легочную ткань и легочные резервы. Локализация опухолевого процесса, наибольшее количество – это верхняя лобэктомия. Была выполнена верхняя лобэктомия справа, то есть верхняя доля справа локализация опухолевого процесса. По гистологической структуре превалировали превалировали плоскоклеточные раки, ну и было и 6 пациентов с карциноидной опухолью бронха. Послеоперационные показатели, общая продолжительность операции, то, о чем акцентировал внимание Петр Казимирович, и у нас получилось 140 минут, самая быстрая была 115 минут, самая длительная была операция 210 минут, конверсии не было, потому что, ну, грубо говоря, мы не включали тех пациентов в эти 18, то есть у нас тактика следующая. Мы начинаем операцию торакоскопически, оцениваем свои возможности. Если мы видим, что мы можем продолжить операцию без каких-то критических осложнений для пациента интраоперационно торакоскопически, то мы ее продолжаем. Если нет, мы делаем спокойную плановую конверсию в торакотомию. Таким образом, мы не удлиняем время операции, таким образом, мы уменьшаем риск возникновения интраоперационных осложнений. Конечно же, интраоперационное осложнение, самое грозное для торакальных хирургов – это кровотечение, может быть, кровотечение из легочной артерии. Это, по сути, все торакальные хирурги легочную артерию боятся как огня, поэтому, естественно, в первую очередь мы не ставим во главу угла свои какие-то хирургические амбиции. Конечно, если необходима конверсия, мы стараемся ее сделать планово. Кровопотеря общая, ну, опять же, усредненные цифры, осложнение послеоперационное. Был один гемоторакс, который возник спустя первые сутки после операции. Мы выполнили санацию плевральной полости, удалили сгустки, и мы не увидели какого-то источника кровотечения, он не был определен. Предвосхищая, немножко скажу, что это пациент был после неоадъювантной химиотерапии, поэтому это пациенты, которые… Это вообще отдельная группа пациентов, и
Это наиболее сложные, может быть, пациенты именно для данной хирургии, вообще для видеоторакоскопической хирургии. Один пациент был с длительным сбросом воздуха, это буллозная эмфизема, сопутствующая Хоббл. Тем не менее, у нас получилось справиться к 11 суткам после операции, получилось справиться с этим осложнением. Нагноение МПМ плевры у нас не было, не отмечалось. Был пациент с фибрилляцией предсердий, возникшей в первые сутки после операции, который купировался медикаментозно. Опять же, следующий пункт – это болевой синдром в первые сутки. ВАШ, естественно, это визуально-аналоговая шкала боли. Это, ну, можно сказать, относительные показатели, потому что если мы выполняем щадящую торакотомию, могут возникнуть вопросы, если мы выполняем щадящую торакотомию без рассечения широчайшей мышцы, то, может быть, эти показатели, они примерно одинаковы, но, тем не менее, мы получили подобный результат. Длительность стояния дренажей, средняя цифра получилась порядка 5 суток, и срок пребывания в реанимации, может быть, для нашей страны действительно это менее важный фактор в плане стоимости или снижения сроков госпитализации. Для зарубежных коллег это имеет достаточно большое значение. Тем не менее, у нас получилась средняя цифра, это 2 суток, срок пребывания в стационаре порядка 9 суток. Летальности у данных пациентов не было. Я не показал сравнительные цифры, поскольку у нас выполнено всего 18 бронхопластических операций, торакоскопических, а за последние 5 лет у нас выполнено порядка 150 открытых бронхопластических операций. Поэтому, может быть, сопоставлять еще рано, поэтому мы не стали показывать какие-то цифры сопоставляющие. И небольшое видео, запустите, пожалуйста, конечно, мы хирурги, и мы любим смотреть, как мы это делаем. После стандартной обработки сосудов верхней доли правого легкого мы выполняем, после выполнения лимфодиссекции, вы видите трахеобронхиальный угол, бифуркация трахеи, выполнена лимфодиссекция, легочная артерия, промежуточный ствол взят на турникет отведен в сторону, это облегчает манипуляцию. К сожалению, действительно изображение идет скачками. Мы пересекаем хрящевую часть при помощи острого скальпеля или насадка номер 11. Далее мембранозную часть мы пересекаем ножницами и формируем дистальную часть резекции бронха. Но я как раз укладываюсь в время, как раз закончится время доклада и время видео. На самом деле это один из самых основных и сложных моментов в всей операции, потому что нужно визуально постараться отступить от зоны инфильтрации или зоны поражения бронхиального дерева. Данный пациент – это пациент с периферическим раком верхней доли правого легкого и метастазами в лимфоузлы корня легкого. И по данным экспресс-биопсии мы взяли биопсию, если… вы можете увидеть, где мы взяли биопсию, и там оказалась инвазия в стенку, практически это устье верхнедолевого бронха. Если бы мы просто наложили аппарат, естественно, мы бы оставили часть опухоли на бронхе. Если бы мы сделали обычную окончатую резекцию, то, скорее всего, мы бы тоже оставили бы часть опухоли именно в стенке бронха. В дальнейшем мы, естественно, отправили края резекции на экспресс-биопсию, что подтвердила чистые края резекции. Еще одна из особенностей, вы видите, достаточно короткий правый главный бронх у пациента, это мужчина. Формирование проксимальной части резекции бронха или по правому главному бронху, и уже непосредственно само наложение анастомоза. Действительно, технически это сложно.
сложно в плане эргономики, то есть расположение рук хирурга, расположение рук ассистента, расположение инструмента в операционной ране. Мы используем double port, мы используем двухпортовую технологию в торакоскопической хирургии. И вот переход уже на хрящевую часть, переход последний буквально уже в кол-выкол. Опять же, это достаточно сложно, надо отодвигать верхнюю полувену, надо отодвигать прилежащие ткани, и при этом надо запараллелить руки свои с руками ассистента, то есть это эргономика такая достаточно сложная. Конечно же, может быть, на роботе это было бы сделать проще за счет расположения рук манипуляторов. Мы используем непрерывный шов, используем рассасывающиеся нити, это синтетика, рассасывающаяся синтетика размером 3.0, диаметром 3.0, 17 размер иглы. Вот этот инструмент, это длинный хордальный крючок, мы его подсмотрели у наших кардиохирургов, поскольку кардиохирургические операционные находятся напротив нас. Прекрасный инструмент, который позволяет выполнить натяжение, достаточное натяжение анастомоза и не перетягивать нитки и не создавать лишнюю ишемию в области анастомоза. Если вы видите, мы выполняем лимфодиссекцию, но мы не скелетируем трахею, бронхи, мы стараемся оставлять какие-то мелкие сосуды. И последний шов, последний узел. Могу сказать, что в настоящий момент период наблюдения данного пациента 18 месяцев. Он получил адъювантную химиотерапию в послеоперационном периоде. И в настоящий момент пациент без признаков рецидива заболевания и прогрессирования заболевания. Ну и выводы. Я уложился во время. Бронхопластические лобэктомии возможны. ВАДС-бронхопластические лобэктомии. ВАДС-бронхопластические лобэктомии должны выполняться в центрах с большим опытом как открытой, так и торакоскопической хирургии. И несмотря на большой опыт ВАДС-хирургии в мире, все-таки ВАДС-бронхопластические лобэктомии остаются достаточно эксклюзивными операциями. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Спасибо, Виталий Владимирович. Но вы уложились. Мы можем один вопрос задать вам. Позволить один вопрос. Вопрос возник у кого-нибудь? Да. В настоящий момент мы выполняем это стадии не первой стадии, это, как правило, это стадия 2Б, это, возможно, даже пациенты с 3А стадии, но это уже по результатам послеоперационного исследования гистологического. Это во-первых. Во-вторых, у нас 6 пациентов с карциноидными опухолями. Все эти пациенты, они живы, они без признаков рецидива. Остальные пациенты соответствуют, 5-летняя выживаемость соответствует их стадиям. То есть, если это 3А стадия, то, как правило, это пациенты с выживаемостью порядка 35-40%. Ну, в общем, не влияет. Не влияет, абсолютно. Спасибо огромное. Спасибо.